Вот еще кто-то тянется. Попробуем. Идентифицировать, кто это у нас. По-моему, кировоградец. Вот заимгнался, ну как бы примерялся карлик или кто там летал у нас крупный. Или орел-карлик, или мышатник. Подходит. Кировоградский. Вот, прекрасно. Кировоградский. Работа крыла в Кировоградском. Потихонечку подходит к дому. Ну, смотрите, как кировоградский может. Вот это действительно стойка. Встал и стоит. Стаскивает чуть. Опять стаскивает его. Ветер усиливается. Вот любители кировоградской птицы, к чему надо стремиться. Не к красоте, цвету сиреневый, ореховый, а к полету этой породы. То, что они красивые, ну, для кого-то и павлины статные, волжские ленточные, тоже красивые. А кто именно держит летную птицу, вот она должна радовать людей. Крылом своим, полетом. Вот заходит на посадку кировоградский. Да, цвета нету, темный какой-то. Темный. Еще перелиняет. Ну вот, летит прекрасно. А то покажут подкидушку и все аплодируют. Смотрите, смотрите, как он взлетел. Как кирпич взлетел и раскрылся кирпич этот и спланировал на крышу. Вот. Вот он. Вот это красавец.